Алло, ну что, всем привет. Добро пожаловать на мой канал. Извините, я говорю индонезийский. Oke, hari ini kita mau berkunjung ke Sat Imena Baumana, atau biasa dalam Indonesia dibilang Kebun Baumana. Nama pendirinya ya. Oh, ada orang nangis. Sekarang kita mau berkunjung ke kebun Baumana. Ada beberapa perayaan festival yang akan diadakan di sini. Itu ikuti terus perjalanan kita. Hari ini sebenarnya belum mulai, dia akan mulai jam 11. Orang akan berkumpul untuk sepertinya menonton beberapa konser. Tapi sambil menunggu, kita jalan-jalan dulu. Oh, cukup luas ya. Seperti biasa, kita pergi. Sepertinya akan sudah mau mulai bersiap-siap di sini. Nanti kita lihat apa saja yang akan ada di kebun Baumana. Orang seperti yang kita lihat di sana sudah mulai bersiap-siap. Oke. Nah, ini patung siapa, Mas Alex? Ini namanya ini orangnya, guys. Bauman. Ini penemu nama kebunnya, diberi nama Kebun Bauman. Oke. Ini orang sedang melakukan seperti yoga kayak, atau refleksi diri. Ini sendiri. Sat Imena Baumana. Kita naik. Ini bau mana ya? Великого князя Московского Василия III. Однако с уверенностью говорить,
перестаем не палатами, как в нашем дворцом, и не можем. Зато это определенно одно из самых древних гражданских строений за границами земляного города. Mobilnya panjang sekali. Kok gelap ya? Он сказал: пожалуйста, нарисуй мне барашка. Барашку рисовать? Да. Барашку рисовать? Я не рисую. Барана. Нет. А вы нарисуйте мне барашку. А вот знаете, когда он у меня это спросил, то я признаться сказала, что никогда. Какие-то репетросурные. Иди Петр Портама со времени. Форма. Oke. Selanjutnya. Lagi. Kita lanjut, kita lihat lukisan. Ada lukisan apa saja? Ada lukisan. Lukisan apa saja di dalam? Lukisan. Москва. Seperti lukisan-lukisan. Ya, biasa kalau orang Eropa loh menghargai bentuk karya lukisan. Cantik-cantik sekali. Saya foto. Петра. А когда Анна Монс убилась? Когда? А вот когда, а вы знаете? Я помню только, когда я ходил. Это вот Авиамоторный, как раз кафе, там Анна Монс есть недалеко. Метро Авиамоторный. Да я вам должен сказать, что это как бы много здесь, потому что из... Permainan namanya Briot. Bukan catur ya, bukan. Bukan syahmat ya, bukan. Sorry. Hmm.
магнит? Я не знаю. Может быть, с магнитом. И ваша задача выбрать те палочки, которые не будут чего-нибудь забрать. Если вы берете палочку, пока вы берете какие-то другие шевелицы, он переходит другого человека. Если вы достали так, чтобы остальные не пошевелились, то вы добавляете. Полшага чуть-чуть взяли, чтобы не разрывался хороводик. Чуть-чуть полшага вперед. Так, у нас есть главная касса. Тебе принцессу, принцессу, принцессу. Давай-ка попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. Ножками подвигаем, подвигаем, подвигаем. И ручками потопаем, потопаем, потопаем. Ножками потопаем, потопаем, потопаем. Каждый из друга выбирает одного, и его место становится. Быстро, 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 быстро. Выбираем. Красиво ставишь на